Новый храм освящен в селе Бутове Яковлевского района. Он построен на деньги благотворителей и пожертвования местных жителей. Для селян это долгожданное событие. Александр Колотилин продолжит. Впервые за полвека над селом Бутово Яковлевского района разносится колокольный звон. Старый храм был разрушен в конце 50-х. Два года назад в селе заложили первый камень в строительство новой церкви во имя святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Три особых добродетели – Вера, Надежда, Любовь, с которыми мы с вами должны жить. И с премудрой Софией я желаю, чтобы были всегда в нашем сердце. Ну а пример Софии и трех отроковиц, их любви к Богу, пусть всегда будет на нашем с вами сердце. Все это время местные жители ходили в храм за 10 километров в соседнее село. Сегодня не скрывают слез радости. Рады, довольны, рады. Такое святое место. А почему вы плачете? От радости? От радости, от чего? В Бутово есть все. Новый ФАП, дом культуры и даже баня. Теперь за порогом этого храма местные жители в любое время смогут оставить мирские заботы и суету. Александр Колотилин, новости Мира Белогорья.